Алло, добрый день. Интернет-магазин Сертек. Представляем телефончик, который называется Idol X S950. То есть звезда S950. Компания-производитель TLC. Это 16-гиговая версия. Имеющие внушительные параметры. Мы сегодня посмотрим, что они собой представляют. Модификация модельки. Вообще, по комплектации стандартно. Не хочу даже останавливаться. На комплектации неинтересно. Но сам телефон очень похож на iPhone. То есть компания TLC решила сделать модельку, схожую на iPhone 5 чем-то, с элементами HTC, Full HD камерой. Особенность этого телефона, вот здесь даже наклеена инструкция, как вставлять сим-карту. Батарея несъемная, крышка не снимается, 16 гиг встроенной памяти. И специальные маленькие разъемчики, инструкция, как его открывать, для того, чтобы вставить его. Вот, кстати, сразу получилось с первого раза. Нажимается кнопочка, получается, и туда вставляется микросим-карта. И таких микросим здесь две. Две. Вставляются две карты. Написано, что две сим. Как вставить туда вторую сим, я не знаю. Но поддерживают две. Включаем данный телефон. В запуске мы видим надпись Idol X. Дисплей действительно очень качественный, яркий, Full HD. Мы специально сделали тест Antutu, чтобы посмотреть. Пока включается, здесь внизу у нас стандартная зарядка, микрофон. Разблокируем, посмотрим. Найдем настройки телефона. Что у нас есть сразу по памяти? Память. Вот 1278 доступной памяти. Хорошая русификация, полностью русифицированный. Название модели вот, TCL S950-422 Android. Все это указано. Зайдем в камеру, включим. Посмотрим, как фотографирует камера. Камера заявлена 13 мегапикселей. Посмотрим. Да, ну, камера в данном аппарате достойная, то есть свои 13 мегапикселей, и качество камеры отличное. Знаю, с чем сравнивать. Есть с чем сравнивать, конечно. Так, Antutu специально установили. Как видим, good job, отлично, хорошо. Набрал он 15648. В рейтинге данный телефончик приравнивается к телефону Google Nexus 4, либо Samsung Galaxy S3 немножко уступает этим. Что у нас есть поподробней по инфе? Тест Antutu нам показал, что это TCL. Телефон S950 Android 4.2.2, расширение дисплея 1080 на 1920, все-таки Full HD, задняя камера 13,4 мегапикселя, почти 14, что внутренняя память, что состоит оперативной памяти, он показывает 2 гига. Процессор у нас 4-ядерный ARM V7. Дальше, что еще он показывает? 544 графический процессор, то есть игровой процессор. Передняя камера 1,9 мегапикселей, ну считается, что это 2. По датчикам нету акселерометра, удивительно, но в данном телефоне не предусмотрен акселерометр. Датчик направления есть, датчик приближения, датчик освещенный, магнит есть, датчик дистанции. Нету гироскопа, термометра, барометра, термометра, датчика влажности, датчик линейного ускорения и векторного вращения. Ну, в принципе, нормальная комплектация. Учитывая цену данного телефона, он среднедоступный телефон, более 2000 гривен, можно сказать, что телефон интересный, специфический, и как бы альтернатива айфону здесь есть, и однозначно даже лучше айфона, только по одной причине, что здесь установлен Android.